Несмотря на то, что купальный сезон открыт, нужно помнить о своей безопасности и выбирать только разрешенные места для отдыха. Напоминаем вам, что на территории Славянского района имеется только три разрешенных места для купания. Это городской пляж на реке Протока, пляж-кемпинг «Оазис» и пляжная территория детского оздоровительного лагеря «Лебяжий берег» в поселке Ачуево. Данные места оборудованы для купания и отвечают требованиям действующего законодательства. Купание в остальных водоемах, каналах, реках и пляжных территориях района запрещено. Будьте бдительны, соблюдайте правила поведения на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Берегите себя и своих близких.